украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас и для мира, в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России. Поэтому если бы, я очень испугался, потому что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это, вот, это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю.